фонд Курского краеведческого музея пополнили миниатюрные каретные часы. Приобрести такой экспонат – большая удача. Встречаются они гораздо реже карманных или настенных. Каретные часы начали изготавливать еще в 15 веке. В 18-м появились экземпляры с боем. Экспонату нашего музея, скорее всего, чуть больше 100 лет. Во всяком случае, точно известно, что эти часы были подарены владельцу в 1910 году. С незапамятных времен в фонде хранится творение знаменитого Павла Буре. Изготовитель нового экспоната неизвестен, его уникальность в дарственной надписи. Дорогому товарищу Федору Михайловичу Рудакову, офицеру 125-го Курского пехотного полка. Может быть, поручение звания поручика, потому что он как раз в 10-м году обозначен как поручик в списке. Может быть, юбилейная дата какая-то, там 25 лет, 30 лет. Не знаем. О нем ничего пока найти нам не удалось. Курский пехотный полк сформировали в 1863 году из резервных батальонов Минского. Тот прибыл в Обоянь после Крымской войны. Назвать боевое соединение Курским решил Александр II. Этим самым император отблагодарил Курскую губернию за то, что она одна из первых сформировала дружины для участия в крымских баталиях, и то, что курские дружинники, прибыв в Севастополь, проявили себя как героически сражавшиеся воины. Это не просто предмет роскоши, а настоящий ребус, который музейщикам только предстоит разгадать. Нам еще предстоит вот здесь на узорах три аллегории расшифровать, что бы они могли значить. Ну, это глобус, учитывая это науки, это искусство, ну, что музыка и херувимчики летающие. Ну, вот это еще посмотрим, что такое женская фигурка с маленькой скульптуркой человечка в руках. Над новым экспонатом предстоит трудиться реставратору и часовщику. Их бой мы еще услышим, когда раритет украсит экспозицию музея. Ангелина Рязанцева, Антон Судженко, телеканал «Сейм».